Ну вот за каскад, который мы так и не увидели, она получила всего один балл. Француженка Гвендолин Дидье. Пожалуйста, сделала сложный каскад, тройной луц, двойной тулуп. В отличие от предыдущей фигуристки, начало здесь более чем удачное. Ну, пожалуйста, и тут же срывает она двойной аксель. Падение на тройном тулупе. А так хорошо все начиналось. Сложный каскад сумела исполнить без ошибки Гвендолин Дидье. Но этот успех оказался временным. Конечно, расстроена. А у нее есть в активе результат, неплохой результат за короткую программу. 47,58 балла. Ее личное достижение, но с такими двумя серьезными ошибками не то что превзойти, повторить такой результат невозможно, нереально. Расстроена фигуристка, очевидно, все-таки. Ну вот мы тоже видим, как по-разному реагирует на свои выступления в фигуристке. Кто-то, несмотря на то, что явно провалился, провалилась, тем не менее выглядит вполне довольной, то есть как бы заранее уже смирившись с этой неудачей. А вот в данном случае Гвендолин Дидье, видно, что она очень расстроена. Да, вот эти два падения и никаких надежд на продолжение борьбы, на выход в следующий этап. Это уже ничего не исправишь. Тут могут быть и прекрасные
вращение и хорошие дорожки, но нужно быть фигуристом экстра-класса, таким как Ламбьель, чтобы какие-то неудачи в прыжках компенсировать дорожками или вращениями. Очень расстроено. Так, наверное, и должен поступать настоящий спортсмен или спортсменка, переживать свои неудачи. Нам осталось еще увидеть еще одну фигуристку в этой разминке, Карину Джонсен, которая представляет Данию. Да, Гвендолин Дидье надеялась, конечно, лучше выступить на своем первом чемпионате мира. Ей 24 года уже, но вот она впервые, став серебряным призером чемпионата Франции, пробилась на мировое первенство. И вот такая неудача в короткой программе. Никак не может успокоиться. Вот мне нравится, когда спортсменка так переживает, так и должна. Такая должна быть реакция, так махнула рукой. Но, конечно, 29,32 балла. Вот цена этих двух падений. И опять же, как ни вспомнить, как все хорошо начиналось.